Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов Trend Analyzer Pro. Стратегия Trend Analyzer Pro – это сигнальная система для бинарных опционов, включающая в себя показания текущего тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также волатильности, рассчитываемой за период в 10 дней. Сочетая в себе сигналы для входа в сделку и показания тренда, индикаторы, которые входят в систему, являются универсальными и не требуют использования других инструментов. Стратегия для бинарных опционов Trend Analyzer Pro является платной и стоит $47, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать абсолютно бесплатно. Индикаторы стратегии Trend Analyzer Pro устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео. Ссылка на видео будет в описании. Обзор и настройки индикаторов стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов. Данная торговая система является сигнальной, поэтому основным индикатором в ней является Trend Analyzer Pro, который генерирует стрелочки на графике. Настройки индикатора не позволяют менять частоту сигналов, но можно настроить алерты для сигналов, алерты для пробоя дневного диапазона, включение-выключение алертов, диапазон дня в пипсах. Если с первыми параметрами все понятно, то последний параметр будет понятен не всем. Суть его заключается в том, что когда диапазон дня от самой нижней цены до самой высокой цены станет больше, чем установленный, вы получите уведомление. Эта функция помогает определить, находится выбранный торговый актив в тренде или флэте. За основу количества пипсов можно брать показания 10-дневной волатильности, которую показывает этот индикатор. К примеру, волатильность составляет 89 пипсов, которые вы и вносите в параметры индикатора. Как только диапазон актива превышает 89 пипсов, вы получаете уведомление. И если цена в этот момент растет, то это говорит о бычьем тренде, а если падает – о медвежьем. Если же цена за весь день не превысит данный диапазон, то это будет говорить о боковом тренде – флэте. Кроме показаний волатильности, в верхнем левом углу можно также наблюдать анализатор тренда, который показывает актуальное направление тренда. Вторым индикатором в системе выступают уровни поддержки и сопротивления, которые выстраивают сетку из уровней. У уровней есть один единственный параметр, который можно менять, но он не вносит изменения в саму работу инструмента. Правила торговли по стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов. Так как стратегия является трендовой, то особое внимание при торговле по ней стоит обращать на указание тренда в левом верхнем углу. Торговля против тренда тоже может приносить доход, но и риски там выше. Поэтому лучше придерживаться трендовой торговли. Уровни в стратегии Trend Analyzer Pro эффективны только на часовых графиках и выше. Из-за того, что уровни строятся с определенным диапазоном на 5-минутных периодах, то расположение их будет далеко друг от друга, поэтому опираться на них не обязательно. Но если уровень и сигнал совпали, то такая сделка с большей вероятностью принесет прибыль. По итогу, для покупки опциона Call нужно, чтобы, первое, был восходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу. Второе, появилась синяя стрелочка, направленная вверх. Третье. Рядом с ценой был уровень поддержки, но это не обязательно. Для покупки опциона PUT нужно, чтобы, первое, был нисходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу. Второе. Появилась красная стрелочка, направленная вниз. Третье. Рядом с ценой был уровень сопротивления, но это не обязательно. Таймфрейм по этой стратегии можно использовать любой, а экспирация должна составлять 5 свечей. Входить в сделку лучше после закрытия свечи. Давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией 5 свечей.
Заключение. Стратегию Trend Analyzer Pro можно отнести к простой и подходящей для новичков, так как основной упор идет на сигналы и тренд, и при этом ничего не нужно определять самим. Все это делает торговая система. Несмотря на это, обязательно тестируйте ее на демо-счету, чтобы понять принципы ее работы. Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите. И помимо этого, торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Если вы не можете разобраться, как работает эта стратегия или индикатор, напишите об этом в комментариях к этому видео, а также подпишитесь на наш канал Win Option Signals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!